бессмертного полка, ученики Клецкой средней школы, волонтеры социально-досугового центра «Юность», жители станицы Клецкой и все те, кто неравнодушен к памяти Великой Победы. Бессмертный полк опять в строю, участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут, бессмертие представлено к награде. В облегших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир в стране на многие столетия. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские взводы. Победный гром салюта, вашу честь! Бессмертны в памяти людской остались. Святой была фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою и уходили в вечность вы до срока. Сегодня день празднования 73-й годовщины Великой Победы. Бессмертный полк станицы Клецкой насчитывает более 500 человек. Так пусть же каждый год 9 мая в центре нашей станицы парадными колоннами идут вечно живые участники войны. Гимн бессмертного полка. Ты мой родной, мой легендарный брат.
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы, считать открытым. И генерал, и рядовой, который прошел все дороги войны и выгнал фашистов с российской земли. Советский солдат, тебе слава, почет. Твой подвиг в веках никогда не умрет. Бессмертие твое сохранит навсегда вечный огонь и гранита стена. Спускаться.